Hey you guys, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием LEGO Star Wars Company Saga. И я стою вместе с Чебакой, и на мне красная кепка. Ну что, продолжим? Так, и следующий у нас уровень. Глава, то есть, это спасение принцессы. Чем мы сейчас и займемся. Время просто посмотрел. Так, я уже чувствую, предвкушаю то, что сейчас будет, и мы будем просто лететь на звездолете. Пи-пи-пи-пи-пи. Чебака, давай. Или нет? Нет? Серьезно? Жаль. Меня сейчас звезда смерти должна словить, по сути, лазерами. Или это другой фильм? Типа, должно быть, он мне лазерами схватить и тебя притянуть к себе. Так, окей. У меня здесь пушка. Но здесь лучше из этого играть. Больше времени сэкономлю. Так, все хорошо. Шапка клона, я теперь клон. Серьезно, они меня не посекли то, что я типа не в костюме, да? Окей. Ладно, плевать. Готово. Все сделано так. А кто мне нужен здесь стоять? Я так и знал. Что я не зря сначала R2-D2 взял. А, ты нас кидаешь, да, старый пердун? Окей. И роботы тоже от нас уходят. Окей. Так. Люк Скайуокер. Они как раз ушли в тот момент, когда мне нужны они были. О, я знаю, куда мне идти. Но сначала я сделаю вот эту херь. Мини-звездолетик. Да, сменить звездолетик. А, я думал, бы старый пердун убежал. Так, окей. Только для чего? Ну, именно сейчас она мне нужна. Мне нужен робот. А без него мне туда не попасть, да? Так, старый пердун где? Окей. Пойдем обратно за шапкой. А вот и старый пердун мне сделал лесенку. Вовремя. Ладно, я там возьму шапку. Зачем она мне здесь? Вообще не понимаю. Так, вижу три включателя и один, чтобы вверх подняться. Ладно, один на всякий случай.
А вот здесь мне нужен шлем. О, это уже черные какие-то. Я тоже хочу. Местно. Да. А со шлемником мне далеко не пройти. Если возьму его сейчас. Мне тот клон помешает. А хотя я могу сделать так. Максимум сейчас еще по мне попадут. А сосать? Сосать. Я успел. Ух. Так, нужно мост теперь сотворить. Так, поехали. Эй. Едь нормально. Если бы вы мне помогли, а не сканутили. Да-да, еще богатая к тебе. Вот так. По делам тебе. Привет. Фу, фартануло. Они меня не заметили. Все равно мне бежать за шапкой. Изумительно. Она же тут так недалеко. Каких-то несколько кварталов. Так, окей. Пошли, Чубака, у тебя эта маска как ой, маска, шлем как, блять, как шляпка. Ой, уже заговариваться начинаю. Пожалуйста, только никто не выходите из этих хреней. Оп. Все, поехали. У вас тут вечеринка. Зона двойного счета. А ну-ка. Я понял, почему это зона двойного счета. Типа отдых. И я понял, что смысла не было сюда идти. Прикольно. Да.
Ой, сколько тут деталей нужно. Ладно, у меня нет этого времени, поэтому я просто иду на раш. Готово. В смысле? Окей. Еще как? А, я понял. Ладно, я туда захожу. Опа, принцесса. Ты свободна. Делохи. Так, вот мы и закончили уровень. Так, кто у нас тут? Хан Соло, наездник бури. И Люк Скайуокер, наездник бури. Так. И мы ни одной этого не собрали, окей. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока.